Один из лучших выпускников гимназии Альбион Аслан Блиев продолжает покорять российское образовательное пространство. В прошлом году он поступил в один из престижных технических вузов России – университет имени Николая Баумана. Отучившись год, сдав экзамены на отлично, Аслан все же решил немного поменять направление и подал документы на поступление в Московский физико-технический институт. Образовательное учреждение также является ведущим техническим вузом России. Поступил я в Московский физико-технический институт. Наверное, больше всего подходит под описание сложностей. И, ну, собственно, почему я выбрал этот вуз? Это один из самых, ну, как я уже сказал, сложных вузов в России. И я вот хотел, чтобы было максимально сложно. Готовясь к сдаче экзаменов, Аслан штудировал всевозможные учебники и пособия, проходил онлайн-курсы. По данным Росстата, в среднем по стране максимальное количество баллов набирают не больше 25 человек. В этом году Аслан Блиев пополнил ряды лучших. Скажи, сколько баллов ты набрал? Ну, по математике и физике по 100 баллов, по русскому 98. Как отмечает он сам, учеба в спецшколе и репетиторы – не обязательные условия для того, чтобы блестяще сдать экзамены. Главное – желание и супермотивация поступить в престижный вуз. Как и обычные абитуриенты, которые поступают в этом году в первый раз, я тоже с ними поступал, с ними сдавал экзамены и вот успешно поступил. Я просто много готовился и, собственно, по большей части труд, так сказать, себя окупил. На официальном сайте Московского физико-технического института красуются данные Аслана, а уже через пару дней он отправляется в Москву, готов грызть гранит науки и собирается окончить высшее учебное заведение на красный диплом. Яна Плива, Ринат Медоев, информационный выпуск «Сегодня».